Мы находимся в самой сердцевине города Енисейска, излучина реки Енисей, туда, куда причалили челноки первого казацкого отряда. И был заложен первый острог в 1619 году. Первоначально острог носил несколько названий. Это и Енисейский, и Кузнецкий, и Тунгусский. Но за городом осталось славное имя Енисейск. Когда-то это был главный город для освоения Восточной Сибири. Первый и главный. Отсюда все начиналось. Отсюда выходили отряды казаков Дубенского, Хабарова, Дежнева, которые закладывали новые остроги. 18 век – это уже простроена система городов Восточной Сибири. И Енисейск – это главный город торговый. Здесь было огромное количество магазинов, складов. Товары доставлялись во множестве из различных стран. 19 век. Конечно, уже рост, экономический рост Красноярска затмевал Енисейск. Но все равно в 1838-м найдено удэрейское золото, в 1839-м северо-енисейское, так называемое. И здесь началась золотая лихорадка. В 1847 году 90% добытого в России золота было енисейским золотом. Не очень большой период, но яркий. Этот период оставил городу огромное количество каменных храмов и гражданских зданий. С 70-х годов прошлого века Енисейск является городом-памятником. Более 100 объектов, около 100 объектов занесено в предварительный список ЮНЕСКО. Поэтому застройка центральной части города, исторической части города, более 2 этажей была запрещена. Благодаря этому мы видим прекрасно сохранившуюся каменную архитектуру. Это барокко, это модерн, это классика. И есть уникальные образцы деревянного зодчества. В канун Нового года енисейцы с особенной любовью стараются украсить свой город. Это елки в микрорайонах города, а также прекрасные ледяные фигуры. Уже много лет живет в Енисейске Светлана Борисовна Калмыкова, которую смело можно назвать волшебницей, ведь каждый год она создает во дворе своего дома самую настоящую зимнюю сказку и дарит новогоднее настроение детворе. Леплю разное. Прошлый год я лепила животные, как правильно сказать, больших животных лепила, там моржа, тюленя, то есть животные севера, что ли, можно так сказать, животные севера. Вот. А сейчас вот я решила сказки вылепить. Ну вот это вот у нас тут и Нюша, и Степашка, и ежик. Наверное, все такую сказку узнали, смешарики. Здесь вот Айболит на ките. Торопится лечить больных животных. Вот. Здесь у нас по сказке Чуковского крокодил солнце проглотил. Сказка «Колобок». Вот колобок прикатился навстречу лисе. Здесь сказка «Снежная королева». Изображен тот момент, когда разбойница, девочка-разбойница, она совершает доброе дело. Она отпускает оленя и во Фландию и помогает Герде быстрее найти своего брата Кея. Вот эти рога я сама выпиливаю. Это у меня по сказке «Дед Мазай и зайцы», когда он спасает зайчиков. Светлана Борисовна с удовольствием показывает не только каждое свое творение, но и с увлечением рассказывает, откуда это хобби появилось. Со сказками связана вся моя судьба, что ли, моя жизнь. Потому что я проработала с детками в детском саду больше 30 лет. И вот поэтому
мне нравится лепить что-то. Я лепила там на работе, лепила там сказки, начала лепить, именно в садике. И дети воспринимали эти сказки вот, как вот настоящие. Я говорю, ребятки, пойдемте, одевайтесь побыстрее, и пойдем посмотрим, как там наша лисичка. Не съела ли она уточку, которая осталась-то, не улетела с утками. Мы вылепили, я вылепила лису, голубое такое, какое-то маленькое озеро, и в нем уточка, серая шейка этот. Покрасила шейку, все. И вот они быстро-быстро одеваются, бегут перед меня, кричат, нет, нет, не съела, нет. Я говорю, ну их слава Богу, что наши. И вот, вот так они воспринимают все это. Ну, вот эти как-то сказки, все, во мне живет все это детское. Свою любовь к детям Светлана Борисовна не просто пронесла сквозь годы. Даже после выхода на заслуженный отдых она продолжает дарить радость и вызывать улыбки на лицах малышей. Ведь сегодня заглянуть в гости к этой мастерице может любой. Я приглашаю всегда потом это, класс с классным руководителем, где учится мой внук. Это вторая школа. Класс, как называется, реабилитационный, по-моему. И вот, значит, этот класс я детей приглашаю к себе. Тут у меня еще была в прошлом году хорошая горка, они тут накатались на горке, и вот так же они и фотографировались, и поиграли здесь, а потом пили чай. Ну, вот поэтому мне хочется что-то вот, чтобы и ко мне шли дети, и чтобы я еще с ними еще общалась. В прошлом году я показывала на Новый год, как раз год прошел во второй школе, всем детям разных классов, желающим. Фокусы показывала им. Вот прихожу, такая вот я, бабушка. Мне надо что-то делать, с кем-то встречаться. В руках Светланы Борисовны снег с невероятной легкостью обретает самые разные формы. Снежный архитектор не скрывает технологию изготовления своих замечательных фигур. Я беру снег, вот, значит, его... Вот этих я как делала? Лопату снега принесла, поливаю из лейки водой и быстро-быстро-быстро собираю, какая форма будет. Вот как-то форма, я вот чувствую ее, представляю, вижу уже готовой, поэтому у меня как-то это лепко получается. Вот. И все, дополняю деталями. Сходила в библиотеку в детскую, взяла там журналы про смешариков. И вот по этому журналу я и вылепила. Светлана Борисовна родом из северного города Норильска. Пожалуй, любовь к снегу появилась именно там, в детстве. Если бы я черной пургой я стала, то крыши с домов я бы не срывала. Не гибли бы люди в пути, чтобы по канату домой им дойти. Прямо от предприятия, там был маленький порт, и прямо канат вот такой толстый с руку протягивали к дому, чтобы люди шли, а иначе все. Замерзнут. Вот я в Норильске оделась, и вот как со все со снегом. И вот мы там копали, делали себе комнаты. С трепетом вспоминает Светлана Борисовна и о том, как в далекие детские годы готовились к празднику. Мы елку сами готовили. Вот мы сидели целыми днями и лепили цепи. Вот сейчас вот я так вот сказала бы даже, ну как скажу, что ли. А к Новому году нам ставили елку. Конфеты, печенье висели на ней. Мы сами лепили длинные цепи, много-много лепили. Мы счастливы были с елкой своей. Даже за короткое время общения со Светланой Борисовной понимаешь, насколько это светлый и душевный человек. И желаний-то у нее под Новый год всего два. Зато какие! Я хочу, чтобы все было хорошо, чтобы был мир. Чтобы был мир обязательно. Мы были инициаторами конкурса среди жителей города Енисейска на лучшее оформление, на лучшее зимнее оформление дворовых территорий, как в частном секторе, так и в многоквартирных домах. В прошлом году по итогам конкурса первое место вообще бесспорно заняла Калмыкова Светлана Борисовна.
ее двор оказался настолько уникальным с точки зрения создания снежных скульптур и вообще оформления, что равных в Енисейске ей больше не оказалось. Светлана Борисовна, благодаря ее труду и творчеству, создает истинно новогоднее настроение в ожидании чудес и праздника и сеет самые добрые надежды в чудо и в Деда Мороза.